Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья мои! Мы вышли с Ашкимом на базар. Арбузы продают. Почему уезжают? Ашкам, весь бар арбуз бугюн татлы аладжа. Тамам мы? Татлы тау карпус. Как правило, Эндира, он все сам покупает. Я такая расслабленная, не знаю от чего. Сегодня, кстати, вишня, черешня, вон 8 лир. Есть и по 20 там впереди, обалдели. Вот мы взяли по 8. Слива уже. Заметил. Ой, золотой. Да, видите на этих жучков. Мы уже все отоварились, полную сумку все равно не хотели. Думали, что фруктов только, а опять полная сумка, полнющая. Ну пошли мы, короче. Все, поехали домой. Дома покажу подробнее и цены расскажу. Так, ну что, переходим. Лимоны 4 лиры килограммы. Вот эта зелень, наверное, по 1,5 лиры. Я даже не знаю, сколько муж платил. Но эта капуста стоит 5 лир килограмм. Огурцы 2 лиры, 2,5 килограмм. Сыр килограмм 25 лир. Горох 6 лир, можно и за 5,5 купить. Перец, абрикосы 10 лир килограмм. Лук 2. Эти помидоры черри 4 лиры килограмм. Такие обычные помидоры по 3. Значит, дынька 5 лир штука. Бананы килограмм стоит 9 лир. И вот черешня у нас появилась. В некоторых местах 20, но мы взяли по 8. И самое главное, это арбуз. Самый мой любимый арбуз. Он стоит 2 лиры килограмм. Вот такой сегодня базар. А вот и я. Вот смотрите, как на мне платье висит. В прошлом году покупала. Оно было на мне в обтяжку. Ну, а сейчас вот так. Присоединяйтесь к йоге, мои дорогие. Мы купили обалденный карпуз. Карпуз по-турецки арбуз. Какой он сладкий. Байлдым, байлдым. Очень вкусный, очень. Чок байда, чок. Очень. Сейчас положим в холодильник, вообще обалденный будет. Ну что, Эндер, шимди, я служил кофе, кавы, да? Да. Ода, как он любит фрукты, ода серьезные. А? Да. Да. Кофе хочешь? Хочешь, очень. Очень супер. Какой он у меня молодец. Чок. Что? Чувак, очень. Вери, вери. Very nice. Very good. Beautiful. Он да. Да, ты там. Аж китом биним. Ладно, пошла готовить кофе и разбирать этот весь хаос. Aşkım, kahve içeceğiz. İçeceğiz. Yaz geldi ya. Aaa! Türkiye'de. Boğulun, boğulun. Ben ondan bayılıyorum. Yemek de istemiyorum. Я с ума схожу за этими фруктами. Мне не нужна еда. Вот только это.
Amcası onu kurtarmak için her yolu denedi. Sen... Metrelerce sırtında taşıdı ama 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. У нас остались остатки конфеток. Кушаем шоколадки. Я сейчас, знаете, что делаю? Я пью кофе, потому что кофе не действует никак не холестерин. Просто я решила для себя его изъять из питания своего. А так, немножко надо взбодрить себя. Одну кружку в день, ничего не будет. Не так ли? Сейчас мы будем пить чай с кремом, кофе. И вам приятного кофепития, если вы пьете кофе. Все-таки базар это идти сейчас так трудно. Так трудно. Хотя я ничего не делала. Не тащила ничего. 10 минут на базаре, мне это трудно. И не так жарко у нас. Кстати, вечерами у нас холодно. Что-то показывает там такое страшное. В общем, такие дела, мои дорогие. Выпьем кофе, а потом примемся за дела. Работу. Возвращаюсь я с моря. 11 час уже. Тут все поросло травой. Бурьян. Тишина, красота. Иду домой. Сейчас куплю Ашкему хлебушек и приготовлю ему завтрак. Птички чирикают. Сегодня я попозже вышла, после 9 часов, 9 вышла из дома. Никак не получается второй день с утра пораньше. Вчера я не ходила, так как у меня было очень много работы по интернету. Все спят, занимаются завтраком, наверное. Позвонила своему знакомой, подруге. Моему спонсору по бизнесу, она сказала, что у них в Алании дождь, значит, завтра у нас тоже будет дождь. Кстати, всю ночь у нас был такой ветер был. Даже мой муж снял белье. Ну, здесь спокойно, море сегодня неспокойное, волны небольшие, но все равно я зашла и искупалась. Иду домой. Природа сегодня под давлением, под действием лунного затмения и ретроградного Меркурия. Посмотрите, что творится. Мы опять у соседей оборвалась занавеска, но мы звонили им, и они не отвечали. Наверное, их дома нет. Цветок у меня один упал. Я его сюда поставила. Тут тоже я все обезопасила. Смотрите, летают все, с утра все перемыло. Ну вот такая ситуация у нас. Вы видите, что творится? Шквал такой, ветер. Прямо порывами. Ой, вот сейчас опять следующий порыв. Боже, всем помоги, чтобы ничего такого не было страшного. Пахнет шашлыком у кого-то. Эфенди. Эфенди Машкин, посмотрите. Эфенди Машкин. Гюрджистан башбаканыймыш. Yeni seçilmiş. Türkiye'ye gelmiş. Гюрджистан? Hmm. С Грузии, говорит. Премьер-министр, что ли? Башбакан. Башбакан, о, Баян? Эркек. Гарри. Я даже не знаю, кто там у нас в правительстве. Видите, уже сюда мусор пришел. Прилетел мусор. Что я сегодня готовлю? Надо закрывать все окна и двери. Так, что я сегодня готовлю? Я приготовила себе суп из кабачка.
Кушать не хочется, потому что много сделала. Арбуза поела, даже стирку сегодня не включила. Так, я сегодня готовлю кефир. Самый лучший вариант. Вот сейчас вот оно у меня. Намешаю здесь совсем. И вот. Будет у нас сегодня кефир. Там есть грудка, я приготовила. Приготовлю что-нибудь мужу. Вот так у меня засохли эти цветочки. И не так уж они опадают, не осыпляются. Вот здесь я сейчас зелень порежу и буду готовить. Вот сегодня такой вот у нас, такой у нас с ним будет ужин. Какая погода сегодня, только и бегаю, то там смотрю цветы, то здесь смотрю цветы. Но не знаю, к чему это приведет, такое чувство, какое-то предчувствие нехорошее. Но с Божьей помощью все будет хорошо. Сейчас я покажу, что я вам приготовила, мои дорогие друзья. Приготовила я куриное соте из правильного питания, без масла. Приготовила вот такой салат с кукурузой, огурец, морковь, лук и зелень, укроп, и капуста такая красная, фиолетовая. Вот заправлю ее маслицем, ну, естественно, черный перчик положила. Вот, увидела рецепт в ТикТоке, кажется, и решила сразу приготовить для нас. Здесь я уже приготовила, намыла капусту для кесыра. Ну, вот такой красивый кесыр у меня получился. Мои дорогие, вкусный очень вышел. И будем скоро ужинать. Ну, а также позвонил друг моего мужа и сообщил нам, Али, вы его видели в моих видео, он приехал из другого города и сообщил нам, что он едет к нам в гости. Ну, а все остальное вы смотрите уже в другом видео. Кстати, что это за огонь? Мне это очень беспокоит. Кажется, шашлык там жарят наверху. Смотрите, посмотрите, какой дым идет у нас. Проблем ёкму? Шашлыки жарят наверху. Посмотрите, какой дым выходит отсюда. Блин, задувает сегодня. Неудачный они выбрали день. После того пожара, что у нас был, я так боюсь всего этого. Боже, помоги нам. Соседка, видно, не пришла до сих пор, что у нее так висит занавеска. Да. Ну все, буду заканчивать. Смотрите следующее видео с нашим гостем Али. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.